В Израиле открылись избирательные участки. Сегодня в стране проходят вторые за год парламентские выборы. После прошлых апрельских премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог в отведенное законом время сформировать коалицию. Тогда впервые в истории Израиля было решено провести еще одно голосование. Бороться за победу сегодня будут 29 партий. По данным соцопросов, большинство за партию во главе с Нетаньяху. На кону 120 мест в парламенте. В случае, если какой-то партии удастся заполучить как минимум 61 кресло, создание коалиции не понадобится.